Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. 14 день, забираем с тобой один особый билетик. Соответственно, бесплатный сундучок. Так, а здесь у нас тишина, ребята, тишина. Всем привет, это пишет Рэй в половину первого ночи. Нормально? Нормально. Так, открываем здесь сундук. Так, магнит, амортизаторы прыжков, плюс новые задания. Проедьте 1700 метров, выиграйте 6 гонок и выиграйте 6 гонок на танке. Маневр 500 метров, гора в приключениях. Так, ну что, друзья мои, 43 тысячи кубков сегодня я хочу взять, и поэтому райская бухта первая, что нас встречает. А мы сейчас с тобой... Сейчас вот надо было оставить, который был. Так, свиной рыл уже было, это не хочу, не хочу. Не хочу, не хочу что-нибудь такого, такого, знаешь, экзотического, что-то... О! О! Девчонка с ногами, с такими... Это будет прикольно. Райская бухта. Ну что же, давай. Ну и что ты начал, Рэй, как корявчик, а? Почему ты стал как коряв? Нас баги, ребята, делает. Little... Дьюс. Little Дьюс, значит, да? Йоху! Шик да блеск. Да красотища, ребята. Не надо, не надо. Хема, я же думал, сейчас носиком-то... Да! Такой делаш на лодочке подъехал, да, все дела. Так, а это у нас... Все, ребят, я понял. Это у нас одна гонка где? Так, давай мы тогда вот здесь вот поедем вниз. Окей. Замечательно. Ну, что я могу сказать? Тут, соответственно, у нас будет первое место. Прям на яхточку. Довольно неплохой начало. Ну, конечно, это выглядит очень прикольно. Значит, так, ребята, кубок аллигатора. Едем тоже на нашем раллийном авто. Ты гляди, что вытворяет у нас тут супер дизель, а? Ну он дает, конечно. Он еще даже успевает, ребята, здесь кренделя выплясывать, понимаешь? И все равно, хоть ты тут что делай, я не знаю, что, ребята, с ним, с ними вообще можно делать. Он ехал не на секунду, вот как он зажал свою кнопку вот этого, он ее даже не спускает, ребят. И у него постоянно горючее, и как оно у него не кончается, а? Ты понимаешь, я бы не знал бы, если бы я бы сам бы не гонял бы, я бы не задавал бы этих дурацких этих вопросов. А так как я ездил, я знаю, ребята, что его постоянно, оно съедается просто за доли секунды. Опа. И... Ну невозможно, ребята. Да, он там, походу, делал под водой с крокодилами, они его, короче, наказали. Так, ну что, у нас все замечательно, мы получаем первых два места. Плюс даже не провалились, где крокодилы были. Это уже большой плюс для нас. Ну и, соответственно, здесь тоже мы берем первое место. Ай да молодца, Рэй. Ай да красавчик. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, забираем 3000 монет. И плюс, ребята, магнит, амортизатор прыжков и ускоритель дым. Так, выиграйте 6 гонок. То есть еще 2 гонки нам нужно выиграть, и будет все окей. Привет, как жизнь, Рэй? Неплохо. Чего не спим? Такой вот вопрос меня интересует. Это пол первого ночи. Джеллифиш, ну-ка, скажи ко мне, почему ты не спишь в такое время, а? А вдруг он не ребенок, а вдруг он вполне взрослый человек, а я ему: почему ты не спишь? Я, да, ребята, я немножко удивлен, что на моем канале не только дети, но и довольно взрослая аудитория. Нифига ты, посмотри, 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 что... Ай-яй-яй-яй-яй. Кинг, кому там Кинг?
Кубра умудрился я проиграть. Ну как умудрился проиграть? Я просто врезался, впендрючился, так сказать, неудачно. А этот все летает на своем автобусе дурацком. Я так понимаю, он делает прыжок, потом отпускает, да? И летит там куда-то непонятно. Видишь? То есть он периодическими прыжками, он не нажимает эту кнопку постоянно. Иначе, кстати, от нее тоже очень, ребята, быстро заканчивается горючее. Проверено. Врежься. Не стал он врезаться, ты посмотри, а. Да разбесит уже в хлам. Не, я его должен здесь обогнать. Ты посмотри, ты видишь, какая у меня крутая девчонка с, блин, огромными ножищами. Да так, чисто километров на фарме зашел. Молодца. Молодца, ну спать. Блин, что я пишу. Молодца. Но спать все равно надо. Не засиживайся, дорогой. Так, ну а я пока получаю здесь награду. Магнит. Так, и ускоритель дым. Ну, маневр, я не знаю, получу я или нет. Но то, что вода ненавистная мне, да, она тут как тут. Кстати, заметь, что мы на воде в последнее время очень даже неплохие даем результаты. Несмотря на то, что я не очень люблю эти, ребята, трассы, вот серьезно говорю. Трасса на воде — это не мое. Так же, как это. Танцы на воде. Сегодня ты... Чего я там дальше не знаю? И знать не хочу. Что сегодня ты... Находит на меня, короче. Так, а что вы хотите, ребят? Сегодня две игры новые проходил на втором канале. Переплевался столько... Хорошо, матами не ругался. Ну, нет, все-таки один мат там где-то пролетел. Не очень хороший. Да потому что взбесило меня там. Там игры такие, знаешь, где надо офигенно, как тебе сказать. Ну, очень надо шустро совсем действовать. А я на геймпаде играю. И когда на геймпаде еще не получается ни хрена. Ой, трешовенько, короче. Это особенно эта игра... Который называется «В темноте». Ксем Вержит, а еще бог с ним, там можно подумать. Ну, опять же, тут уже, ребят, косячил по жесткачу. Ну, это мое призвание, ребята, косячить в игре. Знаешь, есть люди, которые идеально проходят игры, да, с какими-то лайфхаками, то у меня самый косячный прохождение игр — это у Рэя. Серьезно говорю. Только я могу так косипорить. Но опять же, да, возможно, вы правы. Невнимательность. Но когда ты весь такой на адреналине, весь заряженный, какая там нафиг внимательность может быть? Так, Кубок Федерации. Я, ребят, все равно буду пока ехать на раллийном авто. Меня оно вполне устраивает. Сегодня хотел растение против зомби поиграть. Ну, герой, я имею в виду. Ну, что ты думаешь? Два события, и на двух событиях меня так... Ну, я имею в виду события, которые не с игроками, а... Ежедневные события. Мне компьютер просто долил, я психанул и выключил. Расстроился я. Так, подожди, тут уже, кстати, совсем не смешно. Да, чувак ехал. Вот, причем, заметь, он ехал ровно. Когда я на своем байке ехал, у меня переднее колесо так закидывало, что мама не горюй. А у него... Кстати, скоростной 75 уже неоднократно, ребята, мне попадается. И у всех у них байки одинаковые. Опять этот? Ташихусай какой-то там, я не знаю, как его еще кричать. И опять он, блин, взял первое место, а? Ехал, блин, без всяких... Ну, правильно, здесь нет крыш. Я бы посмотрел на него где-нибудь в туннеле. Как бы он там, летал бы пташечкой бы. Вот именно что, летал бы, ребята, просто пташечкой. Вот и загремел чувырло. Так ему и надо.
так ему и надо. Он там загремел. Так, ну что это, друзья мои, вот наш первый сундучок. Магнит, ускоритель дым и амортизатор прыжков. Магнит идет на суперкар. Привет, я в ролике. Дикий стояк. Почему у тебя дикий стояк? А, объясни-ка мне. Привет, стояк. В ролике. Так, ну ладно, поехали. Дальше у нас впереди шахты. Дичайшие шахты, идеальный старт. Воу. Да загри... Ты прикинь, он даже... Вот это ты, конечно, лихо, да. Мне просто... Блин, ну тут проехал, ладно. Я думал, когда же ты все-таки, гаденыш, подпрыгнешь так, чтобы тебя размазало по потолку, как соплю последнюю. И все, никак не мог этого дождаться момента. А так хотелось. Ну, я думаю, сейчас мы увидим. И что мы тут увидим? Мы тут... Пока мы тут ничего не увидим. Он перепрыгнул, что ли? Да, он перепрыгнул. И я посмотрел на эту соплю, размазанную по полу. Очень красиво смотрелось. Мне понравилось. Продолжай в том же духе, и все будет ништяк. Соплежуй. Поехали дальше. Давай. Твою налево. Я думал, что его там уже размазало. Но, видишь, далеко не размазало. Не, рычка не обогнать. Не. Супердизель. Супер вшивые. Пи-пи-пи, как говорится, да, запикали. Что там опять? Эй, когда будет ролик? Уже завтра. Уже завтра. Потому что, ну, время. Время все-таки уже. Смотри, сколько. Считай, час ночи. Да, завтра будет. Погнали. Вот, блин, вот, ребята, вот я бы, вот, честно сказать, вот на суперкаре бы, вот, ну, не рискнул бы я здесь ехать. А они вот умудряются. Причем умудряются довольно неплохо брать результаты, даже иногда обгонять. Вон, например, байк. Весь там сыпется, крошится, но едет довольный. Сияет. Так еще бы не сиять, да? Если все удачно получается, почему бы не сиять? Зуми. Зуми это, оказывается, ребята. Я думаю, кто же это такой? Это Зуми у нас. Собственной персоной. Ты думаешь, откуда я знаю Зуми? Да я его знать не знаю и знать не желаю, ребят. Этого Зуми. Я знаю это. Зуми, Зуми. Ача, ача. Вот это я знаю. А других Зуми... Ух! Блин, ты посмотри, а. Ты посмотри, что вшивый сделал. Взял меня и обогнал. А знаешь, почему обогнал? Потому что он попал на эту плюху. Ну, ты понял, да, куда он попал? Он попал на плюшку, ребята. Так, у меня крыши нет. Я, по идее, должен сейчас ускоряться, как не знаю кто. Потому что без крыши над головой у меня скорость, ух, возрастает. Да я думаю, ты это видишь. Вот и все, я доказал, что я лучший из лучших. Лучший папа это Рэй. Ну что, у нас кубок путешествий. И... Да? Да, я поеду. Поеду на своей задрипульке. Так, это там космонавт, ё-моё. Ох, лихач дает. Ох, лихач, ну ты и лихачишь, а. Лилихаммер тоже мне. Так что с машиной-то не так? Эй, твою Columbia Pictures. Вот. Вот, а лихач еще круче прыгнул, чем я, ребят. Твою-то дивизию. Да чтоб вы сыром сра... Ну ладно, не будем ругаться. Они будут... Так, кто это Фунтик? Фиолка, фиолка это какой-то, ребят.
Пошел-ка он, знаешь, куда? Он у него... А, у него тоже, ребята, оказывается, нитро-то взято. Ты понял? Ну, нитро-нитро, а профессионализм профессионализмом. Так, тут главное не обделаться. Я вижу, что этот барахольщик тут прыгает. Все? Я же говорил, профессионализм профессионализмом. Папа лучше. Так, что там опять? Ладно, пока, я спать. Удачи. Удачки. Удачки тебе, конечно. Конечно, удачки. Так, восхитительные диверсии. Вот это я понимаю. Восхитительные диверсии. Не надо. Я помню эти приколюхи, поэтому я... А там видел, что написано? Зефир, друзья мои. Вывеска висит. Зефир. Типа тут раздают бесплатно. Ё-моё, я не на ту точку посмотрел. Это же надо было так, ребята. Зефир, хрефир, ё-моё. Да. Нафиг я про этот зефир вообще вспомнил. Увидел там надпись зефир, и все, ребята, мое все мышление поглотил зефир. Я вспомнил, какой он вкусный, мягонький, как его можно, ребята, жарить. Кто-нибудь жарил зефир? Нет, никто не жарил. А пожарьте, знаете, как вкусно. Я сам недавно только об этом узнал. Что его можно жарить на палочке. И он действительно вкусный. И это не прикол. Жареный зефир. Я тоже думал, да как его можно пожарить, если он спадает. Но я тебе скажу следующее. Не тот зефир, который наш, русский, вот этот вот, а именно импортный, который такой, как пуфиками такими сделан. Объяснил, да, скажи? Пуфиками сделан. Ну, я думаю, что многие видели. Ну, такой он сделан, как пампушечками такими. Так, подожди, не надо. Не надо мне наверх. Все. Халдей. Ну что, друзья мои, испытания на скоростных спусках опять же не имеют. Сегодня, смотри-ка, сегодня день раллийной автошки. По-другому не назвать. Потому что все гонки сегодня мы сыграли на раллийке. И причем очень даже хорошо. Пока у нас идет все отлично. Так, давай далее. Идеальный старт, но что-то как-то вшивенько, ребята, получилось с этим идеальным стартом. Да, еще вот это вот врезание никчемное. Окей. Ну что, две гонки взяли, значит, соответственно, здесь мы фавориты на этой трассе. То есть первое место у нас будет получено. Эх, а взял, друзья мои, горючее я успел подобрать, и первое место. Так, воскресный чемпион. Это прямая трасса. Тут надо было брать мне, друзья мои, не раллийное авто, а скорее всего суперкар. Да, вот. Смотри, лихач. Все жопу рвут, все там. А рычаг, хоп, деловой. С подкатиком таким. Подъехал. О, видал как. Хмыреныши. Ой-ой-ой-ой-ой, Рэй, ты что? Ребят, если мы проиграем, то только из моих нелепых вот этих вот косяков, блин. Когда уже, знаешь, налегке едешь, думаешь, что ты первый такой на расслабоне, знаешь, руку на окно положил, знаешь, такой. А тут тебя берет и халабуда обгоняет. Понимаешь? Просто как это несчастное халабудище. А еще вот такие бывают, ребята, косяки. Да, это тебе не суперкар, который залетает куда надо.
Это долбанное раллийное авто, которое, блин, без вазелина никуда не влезет, блин. Колеса свои вонючие, блин, расшиперит, блин, где ни попади. Короче, разозлила она меня сейчас в данный момент. В домик не могла заехать. Твою налево, на второй этаж. Повыделываться ей надо было. Засранка несчастная. Ну что, фабричный кубок, поехали. Я не буду здесь, ребята, крылья брать. Попробуем без крыльев. Без идеального старта. Блин, фигня. Так, выскочка. Он там с чем я? Ну, он с монетным ускорителем, я вижу. И что еще у него? И больше ничего нету, да? А этот ехал... Ну, у него тоже, кстати, у него... Насчет монетного ускорителя не знаю, второй ролики, которая приехала. Но я видел, что у него нитро-то подвешено. Плюс магнит. То есть, делай выводы, да? Он всегда у нас заряженный едет. Практически всегда. Не надо мне это улюлюкать. Без улюлюка не проеду, да? Да. Без улюлюка не, ребята, я проехал. Повернуть рычаг, а вот дудки вам. Ничего я поворачивать не собираюсь. Идеальный старт мой, блин, не удался. Да не надо мне ли подлетать сюда. Без подлетов всяких справимся. Ну что там за буксовка-то пошла-то такая непонятная. Все, взяли. Фух. Сельский кубок. Ну, ребят, тут уже уговорили. Уговорили вы меня взять мое Ламборджини. Сельский кубок. Ох, у нас тут на селе, я смотрю, весело живут. На танках, на чем только не газуют. Интересно, я смогу его обогнать? Да? В легкую практически. И танк там попердывает что-то. Танк пердун. Других слов нету. Так, мне бы тут вот... Ать, вот это ненавижу. Ненавижу, ребята, трассу эту. Да, потому что здесь очень много, ребят, подъемов. Очень долбанных много подъемов. И все равно мы первые. Но я ее ненавижу. Так, Вася. А Вася танкист у нас, что ли? Я не понял. Нет, Бонден у нас танкист. А Вася-то кто? А, Вася на ККР-ке. На ККМ. На... Ой, скажи мне, я скажу. На ККМ-ке едет Вася. Так, подожди. Да-да-да-да-да, это я помню, вот этот прикол, поэтому, ребят, специально сбросил скорость здесь. Шик да блеск. А, это Вася, да? Вася на третьем месте. Вася. Что там у нас в команде? А еще я на прошлой неделе 760 километров и встал на первое место по километров. Спать же собирался. А он все мне тут про километражи пишет. Так, ребят, у нас, наверное, будет сейчас последняя гонка, скорее всего. Зеленый кубок. Ну как, я имею в виду последняя гонка до 43 тысяч кубков. Предположительно. А этот, я смотрю, с идеальным приземлением шпарит, да? Да, ребят, он с идеальным приземлением едет. Смотрю, там попердывает из-под колес своей зловонной шипучкой. Ой, да. Ну что, спартанские гонки. Уж не знаю, какие они тут будут, спартанские или не спартанские. Так, ну ККМ-ка тут... ККМ-ка мандражирует, ребята. Смотри, это не ККМ-ка, нифига. Какая это Гонда. Ты понимаешь, ребята, это был Гонда.
А стал шлёнда. Упс. Чё у вас там? Ох ты, как ты хорошо там. Как ты прям хорошо так, ух, на взлетушку полетел. Вот как надо летать на взлетушку-то, сосунок. Учись, пока папа жив. Вот как надо. Идеалиш, просто идеалиш. Белиссимо. Передумал. Давай. Давай. Люлю. Передумал он мне. Так, ладно, вот, вот, друзья мои, вот сейчас действительно уже последний заезд. И 43 тысячи кубков будет у меня. А там потом сколько? 46 получается, да? И последний уже 50. Ну, я в любом случае до конца месяца, ребят, должен взять. Это что такое сейчас? Данные. Ничего себе, я смотрю, этот чувачок на крыльях-то любви дал газку. Ты не дорос еще, дед бородатый. Бородатый вшивый. Вшивый дед, я тебе говорю. В бороде, знаешь, сколько вшей? А тем более у этого Дани. Прям видно, что вшивый он. Докопался до деда, да? Ну, бесит он меня, потому что... Потому что ККМ-ка еще что-то выпендривается, лезет вперед, батьки, в пекло. Еще, я бы сказал, знаешь, как в простонародье, еще молоко на губах не обсохло, а просит такую вещь. Нет, ты посмотри, а. Вот он все лезет, он уже не знает, что, как уже вот и так, и сяк, и на подлете, и на перелете. Получил вшивик. Ну что, ребята, а вот и наши 43 тысячи кубков. Защитную арматуру я получил на экскаватор. Прикольно. Прикольно ты сделал. Так, трасса белая, но это будет уже следующая, ребята, серия. А сейчас я поеду Ржавый риф. Ржавый риф. Подожди, а почему я не могу это... Ребят, почему я не зарабатываю здесь очки? Вот объясни мне, пожалуйста. На каком, блин, основании меня лишают этого? Ты посмотри, как я сиганул от баги. То есть, с каким этим? С отрывом. Ну, на самом деле-то радоваться тут нечему. Потому что баги-то все равно, по-моему, дальше, чем я, проедет. И у баги, кстати, защита будет посерьезнее, чем у моей раллийной автошечки. Вот так вот. Делай выводы. Размазала. Да, друзья, размазала. Не хотят давать и все? Сто тысяч, это второй класс, да, получается. Я получу что-то, какую-то шляпу новую и вагонетку. Почему-то они не дают мне сейчас. О, фавориты, да. На чем я тут ездил. Слушай, а мне надо было... Какое там задание? Ладно, то есть... Все, все, давай. Иди уже. Так, что у нас там за задание-то, я забыл. Маневр 500, гора в приключении. Так, приключения. Ищем гору. Вот. Сколько там? Подожди, давай-ка я лучше возьму, если гора, то возьму багги. Фига, свиное рыло. Сейчас загремит. Я тут сам с собой, да? Под шумочек дрынькаю.
кто, как говорится, поставит лучший результат, получается, да? Так, мне нужно там маневр, да? Маневр нужно сделать. А маневр это... Ну, как он делается, маневр этот? Я вот, честно говоря, не знаю, как этот маневр... Что значит сделай маневр? Ну, я сам себя обогнал, ребят. По-моему, с... при хорошим таким отрывчиком. Ты видишь, где я? Я нет. Нет, ну как, я вижу, где я. Ну, где мой второй? Оу! Вот тебе и отрывчик. Вот тебе и отрывчик. Он тут как тут. Стоит, ребят, чуть-карика замешкаться, и все. И от отрывчика ничего не остается. Так. Тут замешкался. Вот это, кстати, замешкивание может сыграть, кстати, против меня. А где у нас этот? Тут, помнишь, мы как-то с тобой тоже проезжали, и я упустил горючее. Мы, в принципе, и проиграли в прошлый раз на этих гонках из-за того, что у меня... Даже нет, ребята, не из-за горючего, а, по-моему, я врезался, да? Где-то. Что-то типа того. У меня же не оставалось защиты автономно. Так, опять потеря связи. Ты серьезно? Нет, все. Блин. Вот это вот да. Вот это вот что-то было невероятное, ребят. Такого давно не помню. Именно на мосту и так зависнуть. Окей, ладно. Пока, так скажем, едем на равных. Практически на равных. Практически идеально все получается. Ну. Да, опять же сплоховал. Ну, он меня обогнал, как ни крути. Ехал, ребята, с преимуществом, а по итогу... А по итогу отдал ему весь свой фаворит, так скажем, да? Ну что ж поделаешь. Но он пока в зоне моей видимости. Опа, опа. Замечательно. И не сделал. Я не знаю, ребята, что такое маневр. В общем, не сделал я никакого маневра. Так что будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.